теплоход Федор Достоевский направляется в сторону Ульяновска. Загружен капитально. Красная полоса почти вся скрылась перед круглыми лучками, иллюминаторами. Музыка раздается. Скоро волны пойдут. Рыбаки рыбачат. Мушкара какая-то. Федор Достоевский. Горе. Ну а мы ждем, когда прогорит маленький костер. И будем жарить купатки. Матвейка, ты что делаешь? Рыбачить хочешь? Снасти какие-то старые от сетки. Папа, а ты расплывал? Интересно, глазами я его вижу, как будто большой, а через камеру как будто маленький уже. Точка уже. Ну ладно, всем пока-пока. Еще один теплоход. За костром закупаться. Смотрел. Thank you.
Он уже быстро проехал. Хотя он где-то вот на этом месте остался. Он уже далековато. Матвей, как там купатки? Только нам не купили. Все нормально. Носочки твои сохнут? Молодец. Сейчас перекусим. Нет. Она всегда обваливается. Закопает. Нет, почему-то меня не закапывает. А как ты вылезешь? Тебя закопает. Как крот. Как кроты вылазят, так и я вылезу. Что, за рыбаками понаблюдаем? О, волна от теплохода. Порик моя, ножовка. Четыре рыбака рыбачат. Еще один, кстати, теплоход там на горизонте. Матвей, там еще один теплоход. Да, он за рыбаками там. Дальше. Видно? Большой, походу. Тот? Он уже скрылся. А там вот еще один, он еще рыбак идет. Сколько там? Три, пять. Ладно, поближе начнет прикрывать. Включу камеру. Еще нашли такой кусок веревки интересный. Тысяча девятьсот 81 год. Непонятно, что это такое.
Тут кнопка. Ну ладно. Памяти мало, потом включусь. А, кстати, тут еще это, неподалеку, где мы расположились, птица, скелет лежит такой мощный, орел какой-то, или коршун, очень здоровая птица, камера, конечно, не передает, от крыла до крыла в районе метра, точно. Когти мощные. Что там теплоход, где у нас? Вижу. Дымка приближается. Кто-то исчезает. Ну все. Пока-пока. Уже третий теплоход. Буквально за какие-то плюс-минус полчаса 40 минут. Гоголь, Оксан. НВ? НВ или КВ? Гоголь. Но по сравнению с первым, это тоже маленький. Первый большой и два маленьких. Тут уже все скрывается за горизонтом. Глазу еще как-то видно, а камера уже толком не передает. Вот. Вот наш первый. На берегу много камней, но порода так себе, он с глиной вылетает, эти камни. Наш берег вообще глина сплошная, плотных камней у нас практически нет. Как мел какой-то, короче. Долгой поляне, вот там вроде известняк, а у нас так себе камни. Чудный денек. Май. Не помню, что какое число, 25, наверное, мая. Первый раз спустились на Волгу. С маленьким. Давай покажи. Вот маленький, смотри. Улыбка и глаза. Да. Улыбка.
Вот. И глаза. Ложь, не надо. Вон от теплохода волны начинается. Только это, в кроссовках не утони. Здесь что-то из воды появляется. Ну ладно, ребята, всем пока-пока. Там он еще какой-то катер. Или баржа. Вроде баржа. Рыбаки пришли на вечерний клёв, он забрасывает спиннинги. Ну ладно, памяти мало, всем пока-пока. Начнет темнеть, включусь не ненадолго. Короче, прошло еще минут 15-20. Еще вот такая баржа. Толкач. В общем, она. А рыбаков еще прибавилось. 2, 4, 6, 8. 8 рыбаков. На вечерний клев пришли. Кто на резинку, кто на спиннинг. Птички поют. Че, Матвей, купатки у нас поспели? Устал? У нас костер погорел. Сейчас домой пойдем, перекусим купатки. Поют. Лепота. Субтитры сделал DimaTorzok.